Рабочие подрядной организации наносят последние штрихи на фасад жилого дома номер 9 в поселке Горки-2. Здесь заканчиваются работы по капитальному ремонту. Их ход проконтролировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Что нам дает такой ремонт фасада? Дом старой постройки, кирпичный, со штукатуренным фасадом. А штукатуренный фасад за время эксплуатации пришел уже в достаточно ветхое состояние. Дом 38-го года. Он обсыпаться начал. И опасно, соответственно, люди ходят. Двухэтажный кирпичный дом 1938 года постройки изменился до неузнаваемости. С самого начала жильцы принимали активное участие в обсуждении нового облика. Цвет фасада, материалы и в целом внешний вид. Самое главное, что результатом в итоге мы очень довольны. Мы очень довольны. Ну, Илья Сергеевич, ну вы же сами знали, в каком доме мы жили. На сегодняшний день ремонт находится на стадии завершения. Сроки сдачи планируются на конец сентября текущего года. Единственное, работу подрядной организации осложняет дождливая погода в регионе. Когда вы отсюда уходите? Когда последние штрихи? Да вот буквально, я не знаю, неделю еще, если погода постоит нормально, то в течение недели закончим. Уберем мусор, все помоем, все будет готово. И все, да? Да. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».